18.26, 23 февраля. Наконец-то добрался до посылки от Алекс КВ. Целая коллекция кассет Том и Джерри, самых разнообразных. Вот такая вот мне в детстве попадалась. Вообще много всяких было. В основном только вот такого формата у меня были. Ну и с таких тоже попадалось немало. А теперь у меня их, короче, порядка 60 кассет. Не знаю, куда-нибудь сюда выставлю это. И просто буду наслаждаться, что наконец-то оно у меня есть. Правда, уже не актуально, но в детстве очень хотелось. Пусть хоть сейчас будет. Вот, собственно, вот такая вот коллекция получилась. Алекс КВ. Еще раз тебе большое спасибо, что поделился. От души, чувак. И да, очень жду твоих видосов. Надеюсь, что в скором времени тоже что-нибудь поснимаешь. Про видеокассеты, про коллекционирование, про оцифровку и прочее. Можно сказать, заранее лайк от меня.